Всем привет, с вами снова Кокос, и мы продолжаем проходить игру Mutant Year Zero. Итак, мы остановились в прошлой миссии на вот этой карте, шоссе. И сейчас вернемся к тому мосту, через который не решились в прошлой серии перейти и вернулись обратно в ковчег. Но сейчас, я думаю, мы все-таки пойдем глубже. Странно, засады не было. О, сломанное оружие, отлично. Пес зоны. Сколько вас тут? На компасе везде один. Окей. Шастает, да? Да. По сути, мы можем через утку и через девчонку. Сделать все-таки нападение. Ого, с таким барахлом мы станем королями блошиного рынка. Так. Блин, пес, давай уходи отсюда. Ну-ка, если мы попробуем вот тут вот. Вот тут вот. Ага. Ну. Сейчас. Надеюсь, получилось. Смотрим. Сотка. Готово. Стреляй. Yeah. Есть. А второй услышит, не услышит, интересно. Соточка. Отлично. Как так я просчитался? Блин, у меня же арбалет не улучшенный. Крит? Да ну не. А если с пистолета? Давай так тогда. Вот поэтому мне бы круто иметь пятерочку и пятерочку. Так, он сейчас побежит на Бормина, так ведь? Он этих-то ничего не видит? Или видит? Не, видит, походу, повернулся на них. Фух. По-моему, он кончился. Хе-хей. Так. На, держи тебе плюшечку. Искала плюшечки. Ой, да даже не знаю. На. О, левел ап. Кого у нас? Так и охота ее назвать Линдси. Так, маленькая девочка, так, давай хилочку тебе. Не хилочку, в смысле, разгоним твой макс хп. Ну-ка давай, я привык уже за утку ходить. О, открыть ящик. А тут у нас... Бум. Ариста шляпа. Вероятность критического попадания при атаке с возвышенности. Древний головной убор, практически не дающий защиту. Предположительно использовался низенькими древними для зрительного увеличения роста владельца в попытке обрести вес в обществе. Ага. Так, дадим мы, наверное, его нашей девчонке. Потому как у нее есть навык, скажем так, восхождения, да, на возвышенности. Все, наверное, сейчас здесь уже будет чисто. Так, один момент.
Здесь мы чекнули. О! Вот тебе на вот и возвышенное, да? Старший всемогущий, я много странностей видел в зоне, но это все перебивает. В этом доме жили какие-то маленькие человечки, но совсем маленькие. Вот дела. Чувак, у вас что, детей что ли нету? А ну-ка, проверим. Отлично, 4 лома. То есть Варик на возвышенность был залезть. Интересно, собаки могут залазить на возвышенности и оттуда тебя выцапливать? Кстати, тема, да? Забрался наверх. Отправиться. Давай посмотрим. И... там вертушка. Как карта она теперь называется? Падший ангел. А от него нету сейчас вроде, да? Лок. So I was talking to Iridia, я говорил о Сириде, она рассказала мне про древнюю машину, которая просто так лежит в зоне, далеко отсюда. Сказала, что машина якобы упала с неба, разбилась о землю и рассыпалась вокруг огромное количество лома. Это нам, я думаю, пригодится. Чё такое? Почему даже псов-то нету, а? Что за шиза? Они повсюду. Вижу артефакт. А это что за знак? Типа, может, гули отмечают таким макаром свою территорию? По-моему, я тут слышу шаги еще кого-то. Да, да. Айч. Можно было бы убрать его уже. Если мы не будем шуршать. Если что, у нас на подстраховке мелкая еще была. Быстрее, мы должны все вернуть в логово, пока Серая не поняла, что нам... нас там нет. Смотрите, какие штуки, мы ведь герои, мы герои. Серая будет нас любить, сделает нас своими любимчиками. Серая наш вожак, не наш друг, увидит эти штуки, заберет их нас, убьет. Да себе носовую дырку засунь, Серая слабая старая корга. Надеюсь, она меня не слышит, или слышит. Прости меня, Серая. Follow me. Давай, давай. Я... Медбот? Робот, что ли? Точно. Это робот. У тебя десятка. Двумя щитами. Двумя щитами. То есть 6-6, я пробью его десятку. 6-5, я его десятку не пробью. Ай-яй. Блин. Что теперь делать-то? Я десятку-то не вынесу, вот этого патрульного. Вот этого смогу вынести. Эй, иди сюда. Че там уставился? Это как-то надо наперед.
Пробуем. Есть. Найди-най. А это еще в другую локу, что ли? Level up. Это есть хорошо. Окей, back me up. А может здесь удаться как-то сверху их, нет? Сломанное оружие, отлично. Охотник. Или можно будет полутаться вообще? По-тихому, по-тихому. Так. Пятишка. Ты у нас проседаешь, получается, так? Ну, можно играть вот в это. Убийство до перезарядки, да? Ну да. Можно попробовать с вот этим навыком, 100% шанс крита, разогнать его до пятишки, два раза выстрелить. Ну, минус 25%, значит, надо просто хорошую позицию занять. Стоп, ты же не сюда идешь? Юр. Нет, а можно его, значит, подловить под вот этой сосной? Правда, откатываться потом долго будет. Там еще и пес. Сейчас с этой стороны выйдем на мидбота опять, да? Да, вот он стоит. Он же с ними не заодно, так ведь? Вот эта четверочка, она с ними ходит? То есть, ну, вообще она ходит? Где тот десяточка? Я его перестал видеть. Мне это не нравится. Хипстерский тестер фруктов. С одной стороны, у этого электрического кирпичика есть рисунок фрукта, а с другой мигающее изображение батарейки. Устройство использовалось для определения спелости фрукта в хранительстве. Хронисты считают, что с его помощью также можно слушать музыку, но для этого нужна ушанка. Используйте артефакт для покупки улучшения вкручения. Тут нарисовано гнилое яблоко. Думаю, это штука для проверки фруктов на гниль. А мне говорили про певчие фрукты, которые могут играть музыку. Может, это как-то связано? Тихо. Быстро за мной. A bozo like you. Так, блин, теперь надо это сделать все красиво. Сельма, ты первая. Стреляешь, вряд ли убиваешь, но... Критически? Я люблю тебя, Сельма. А вот это было неожиданно. Неожиданно, но вот это место нужно, блин. Смотрите, сейчас промахнусь. Или нет? А я фартовый.
Ну-ка. Ты что, нету быстрого сохранения? Блин, нечестно. Follow me. Дали оружие. Взять записку. Аварийный протокол. Мимир 242D15. Пункт 1. В случае паралича власти обладатель ключей будут вызваны в пункт Тета. Приказы будут отдаваться в зависимости от уровня срочности. Пункт 2. В случае внешнего или внутреннего агрессивного вмешательства обладатели ключей будут вызваны в пункт Нова. При каждом обладателе ключей должно быть не менее 5 комбатантов. Вертолет для эвакуации находится в пункте с координатами. И координаты, да? Открыть ящик. Что тут у нас? Вау! Носитель неуязвим для критических попаданий. Прочный шлем когда-то использовался древними первопроходцами во время исследования неведомого. Крепкая конструкция надежно защищает владельца от критических попаданий. Норм. Исследовать. Занятно. Я видел в ковчеге книжку о древних, так они носили точно такие же доспехи. Два пса. Потом одна четверка. Вождь Хусе. Хусе. Так, а теперь, собственно, внимание, вопрос. Мне нужно с ними сейчас сражаться? Вот с тем роботом, блин, конечно. Они подвязаны, не подвязаны, я даже без понятия. Процентный шанс у меня отключить робота, так ведь? Стоп, а где у нас Свинтус? Я передумал. Смотрите, что я запалил. Эти кренделя стоят все в куче. И я думаю, что пришло все-таки время пользоваться гранатами. Блин, я, наверное, вот сюда не смогу, да, подойти? Во-во-во-во-во-во-во. Итак. Тут полного убежища нету, да? Вдруг робот захочет сагриться на них. Было бы неплохо. Карасти будет, не будет. Так, ладно, боюсь все испортить. Поэтому начнем. Стой, ну куда ты? Я ж. Ну не так, я тебя прошу. Засада. Так, активировать и активировать. Вы все сейчас должны будете участвовать. Во, красота. И даже вот не знаю. Бум!
underground. А это что такое? Дымовая? Подожди, зачем дымовуха? Вождь Хусе. Так, а у тебя что-нибудь осталось? Мы могли бы их поджечь, но не будем этого делать. Мы хотим их дезинтегрировать. Не, ну все, ты труп. Чего? Блин, медбот тоже, да? Стоп, что, что делает? Что делает? Глянь, что он делает. Бег. Четыре и семь, да? Пять. С пятишки надо лучше, наверное, стрелять. Четыре урона. Потом еще надо будет на 4. Давай сюда. Так. 1. Так, а гуся? Сколько там? 25 урона? Не канает. Давай, короче, гусь, ты делаешь сейчас, его убиваешь. Стоп. 75. Но мы его все равно не пробьем. Мы его тупо не пробьем. За один выхлоп. Так. Борми, ты у нас страдалец. Коцаный, поэтому... Давай ты добиваешь. Ага, интересно, этот бот на нас мог, то есть, лечить? 50%, что он шестерочку. Ну, блин, по-моему, это тоже как-никак шанс. А, у нас утка тоже пострадала. Интересно, хил у него остановился или нет? Да. Фу. То есть ты теперь будешь пытаться все его выхилить, что ли? Итак, итак. Ну, давай без шумки попробуем. Ну-ка, 75. Да, давай с без шумки попробуем. Огонь. Смотри, Ахилла у него не перестал, да, идти? Так, утка. Ты ж можешь добить его, так ведь? Даже без того, чтобы он отхилил. А ну иди, впендюрь ему по самой, не балуй. Огонь. Ух! В Ириде появились новые предметы в магазине Ковчега. Ух ты! Over here. Дали оружие. Блин, у него коктейль Молотова был. Добыча. Аптечка. Лом. Химический факел. Это еще что такое? Бонус к прицеливанию подсвеченного врага. Ну да, это может быть стоящей штучкой. Обычный лом. И джекпот. Нет? Нет? Да? Да?
игольчатый пистолет Мимир. 4. Урон 1. Пистолет ближнего боя, стреляющий металлическими или стеклянными иглами. Вблизи причиняет сильную боль. Использовать при попытке переворота Мимира 32. Хронист Амадей. Круто! Теперь у нас с бесшумкой могут аж все трое ходить, так? Воу! Сколько всяких плюшек в этой локации. Всего лишь 3 гранаты. О, да. Таких жилетов в зоне полно. Обычно их находят на телах сталкеров. Отсюда и название. Жилет легкий, гибкий. Двигаться в нем удобно, хотя особой защиты от него не дает. Редкий лом. Не, нормально, нормально я зашел. Захабарился по полной. Я еще с одной еще пушку могу улучшить. Кстати, да. По поводу одной пушки. Жало, ты впритык. А у тебя... сколько? Десятка? Дальность. Тебе тоже десятка. Блин, давайте я возьму его. Будет 5. Потом будет 5. Мне нужно арбалет еще улучшить. Да. 15, круто. Да, арбалет улучшить. Чтобы он наносил 5. То есть у нас получится 15 дамага без шумки. А то сейчас вот ходит вот этот крендель, и на удачу мы его только вынесли по бесшумному. А так бы могли больше процентов схапануть. Только не говорите, что ну все, да? А не, вон еще ломик лежит. 144. По-любому сейчас еще на эти... Да, кстати, на бесшумку надо всю поставить, чтобы дальность их увеличить по максимуму. Чтобы, опять же, повторюсь, не было такого, чтобы я стрелял на удачу. Я хочу видеть 100% бесшумки. Лазерных целеуказателей у нас вроде хватает. И, говорят, еще новые эти появились. Лодочка. Обломки 6. Новые предметы в виде. И еще надо артефакт отнести. Так. Блин. Все пытаюсь карту открыть, чтобы посмотреть. Кстати, что по поводу левела у нас? Мутации. Лишает органического врага возможности двигаться на 2 хода. То есть тоже контроль. На 2 хода. Нет колена, нет проблемы. Метким выстрелом вы можете попасть в коленную чашечку врага, обезвредив его на 2 хода. Влияет только на врагов из органики. Вы чувствуете себе непомерную первобытную силу и ломитесь на врагах даже сквозь стены. Задетые враги оказываются в нокауте. Это он как бы в чардже, да, то есть залетает. Дальность броска. Круто. Спасибо, я возьму. Вот это можно еще. Да, низкие укрытия защищают не хуже высоких. Угу. Так, коленная чашечка или хпшка? Пока что мы еще даже не пробовали ее на 1 ход обездвиживания. И стоп. То есть мне придется 100% шанс крит урона, минус 20%. Мне придется этот навык убрать, так ведь? Да. Небольшая мутация. Так что. Конечно, круто будет поднакопить. Весь такой не умеющий копить. Пробивать сквозь стены. Да, наверное, возьмем. Блин, я думал, что-то изменяется в них. А
они вроде как и ничего не произошло. Что это 11 левел мы, да? Тех врагов в начале карты мы видели, там были 55-го. Так, сейчас я удостоверюсь, то что я все оббежал. И, по-моему, да. По-моему, это все. Так, значит, надо... Ну-ка, давайте обратно в ковчег. Что-то мы туда зачистили. А потом, я так понимаю, вон туда в туннель надо будет идти. Так, ну-ка, покажи, Иридия, чего у тебя появилось. Обожаю такие. Это коктейль Молотова. Простой и эффективный. Поджигаешь, бросаешь и смотришь, как все полыхает. Ага. Но гранаты, три штука, мне понравились больше. 44. То есть, примерно то, что я сейчас собрал, я как раз могу и потратить, да? Воу! Выводит из строя роботов. Граната. А, это уже пиродоспехи. Поглощает урон от огня. Вот 60-ка. Вероятность нанести критический урон. Крошечный прицел. Глаз древних. Зеленый глаз. Это на пистолете у нее стоит, так? Я бы взял бы... Сколько? 14. Вот ты бы и был бы еще этим. Как его? Бесшумным? Что за веревочку она говорила, у нее не трогать? Later, Gator. Так, давайте в бар. Welcome to Prips. Заход. То есть будет не один, а два, да? Не, в любом случае нам надо двигаться дальше сюда. Не хочу я пока вот это брать. Каждому товарищу дополнительную ячейку для гранат. Have a swell time out there. Здесь там по полной. Блок. If you're here to pick my dad's stuff, мы хотели улучшить и получить пятишку. But if you want to fix or an upgrade, talk to me. 6 урона. Ну прям на топовом, да? Так, вот. Все правильно. Его. Да. Все. Теперь у нас 15 дамага. То есть двое из наших теперь могут вынести десятку без бронирования. Так, улучшение этого сейчас там пока недоступно. Хотя сколько он потом будет семерку на что носить? Так. Игольчатый. Вы надо мной угораете. Ты же был. Ну ты был. Так, а если мы сделаем так? У тебя... Картечница. Вот один из этих пистолетов. А вот этот. 11 деталей мы получим. И вот это мы улучшим. Все. Вот. Теперь мы точно можем сносить пятнашку. Фу. А я думал, я вслепался. Теперь бы еще тебе... А, у тебя дальность, да? Дальность. Later, stalkers. В магазине Риди. Welcome. 120. If you want zone gear, I've got it. Либо еще один броник. Блин, по-моему, вот это в дальности оружия, либо еще один броник. Броник, как бы говорит сам за себя, да? Пока что у меня дикие проблемы с тем, что Safe travels. ХПшки. Пешки будут улетучиваться. А, вот это я почему не одел. О, красавец! Шикарно выглядишь, Бормин. Так. 4 аптеки. 2 хилятора. По 2 похиляться. Старший.
Вы продолжаете искать Хэммера. Хорошо, его знание механизмов помогает Ковчегу существовать, но вот его любопытство может его погубить. Он слишком часто заходит далеко в зону, ищет что-то такое, чего там нет. Прошу вас, сталкер, найдите Хэммера, пока лишние вопросы не убили его. Ну, мы стараемся. Правда. I beg you, stalkers, find Hammond before his questions kill him. Okay. Спасибо, что выслушали старика. Встал, перейдите с миром. Как он медленно говорит. Все, надеюсь, да? Так, припа отдали. Это отдали. Все, по сути, мы можем выдвигаться, да? Так, ну, давайте, мы уже превысили время. Давайте на этом мы серию закончим. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Приходите к нам еще. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч в новых видео. Пока-пока.